Hi, Mr. Sniper. Devil, who is he? Выброс — это ерунда. Видишь, справа дым валит, лес горит, а в чаще живут лего-человечики. Помнишь, они когда-то спасли тебе жизнь и дали уникальные способности? Спаси их. Они сейчас как никогда нуждаются в помощи. Лего-человечики — это космические путешественники, прилетевшие из системы Лего, с очень продвинутой планеты, точной копией планеты Земля. Переместившись к Земле, они увидели яркую вспышку. Это был взрыв в Чернобыльской АЭС. Человечики кинулись на помощь, но, к сожалению, от волнения на огромной скорости они забыли нажать на тормоз и промахнулись. И так 4 раза. Очнувшись от стресса, они все-таки затормозили, но, к сожалению, было уже поздно. На Земле уже наступил 2014 год. Снайпера они нашли в глубине Чернобыльской чащи. На тот момент он был абсолютно дикий. На его теле и голове не было ни единой волосинки. Человечики переместили снайпера на Лего-Землю. Человечики перепрошили снайпера, поставили в его голове новую операционную систему и добавили расширение, короче, полностью вылечили и поставили охранять зону. По меркам жителей Млечного Пути, лего-цивилизация была не самая высокая ростом. К примеру, лего-мужчина достигал всего 4 метра в длину, а лего-женщина и того меньше, всего 3 метра 50 сантиметров. Лего-кот изначально был завезен на планету Земля, как домашний любимец. Но, увы, понюхав чернобыльской конопли, пристрастился, стал покуривать, одичал и убежал жить в лес. Все попытки вернуть кота в нормальное состояние пока не принесли результатов. Стой, Барсик, мы тебя вылечим. У тебя есть шанс опять стать нормальным котом. Стоять! Зачем убегаешь? Если бы не пуговка, я бы тебя давным-давно бы пристрелил. Проблема наркомании в зоне приобрела масштаб социальной лего-катастрофы, так как лего-кот подсадил на дурь практически всех животных, живущих в Чернобыльской чаще. Животные накурили и напукали тот самый зеленый таинственный туман, в котором в свое время пропал полк с турецкими солдатами. Ситуация выходила из-под контроля. Лего-патрульные не успевали отлавливать обкуренных животных. Над планетой Земля нависла угроза оккупации наркоманами со всей галактики. Зеленый туман уже был виден даже с созвездия Ориона. Лего-доктор Кнопочка с помощью генной инженерии круглосуточно переделывала животных в людей. И с помощью порталов, сделанных на Земле именно для переселения людей, а не путешествий во времени,
что-то наподобие суперскоростного лифта. Так вот, кнопочка перемещала переделанных в людей животных на стройке России, в качестве разнорабочих. Но на данный момент Кнопа взяла выходной, и решила устроить разгрузочный день. Кнопочка кружилась в зажигательном танце, под песенку «Эй, мамба», со стоматологом Зубочисткиным, и была в миллиметре от надвигающейся опасности. Лего-кот с дружками поджег лес, для усиления наркотического эффекта. Эй, мамбо, мамбо итальяно, эй, мамбо, мамбо итальяно, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you calabrese do the mambo like a crazy weather. Hey mambo, don't wanna tarantella. Hey mambo, no more mozzarella. Hey mambo, mambo Italiano, try an enchilada with the fish e baccalà. Si. Hey rumba, I love how you dance the rumba. Take some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't a gonna go nowhere. No, hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe, shake like a Giovanni. Hello, che si dice, you get happy with la pizza when you mambo Italiano. Shake it, baby, shake it, cause I love it when you take a me. Mama said stop her, or I'm gonna tell Papa with a eight-shot rule. You don't have to go to school, just make it with a big bambino. It's like a vino. Kid, you're good looking, but you don't know what's cooking, do you? Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe, shake like a Giovanni. It's so delicious, everybody comes capisce how to mambo Italiano.